Приветствую вас, уважаемые друзья, на своем канале. Сегодня приехали на рыбалку. 3 августа, 18 год. Уже вечереет. Время уже 9:30. Начинает темнеть. Поставили 8 фидеров. Прикормились, прикормку используем вабик, вабик-лещ и меласа с ароматом карамели. Вот такое вот местечко, будем пробовать ловить, надеюсь, что-нибудь словим. Ну вот, друзья, наступило утро, рассвело, ночью практически не клевало, было несколько поклевок всего лишь, но ничего хорошего так и не споймали. Вот Колян хорошего леща пустил под берегом, ну и в принципе словили пару подлещичков. Поклевочка. Сейчас начала поклевывать небольшой подлещик. 3 штучки уже словили. То ли еще что-то зацепил. Сейчас попробуем достать одной рукой. Подлещичек. Коля! Коля спешит, как всегда. Вот такой вот подлещик. Неудобно одной рукой снимать. Снимаю на телефон пока что. Ну давай, Коль, снимай его. И заодно покажешь, сколько мы словили. Снимай. Возьми телефон и снимай. Что-то сидит. Хорошие подтяжечки. Подлещик, похоже, небольшой. Дай мне подсак, я сам кину. Новый день встает опять, разлетятся птицы в небо, километры замечать. Нам приходится так редко. Ну вот, сразу 2 подлещичка словили. Свои секреты мы ищем там на них ответ. Марк, работает опарыш, белый, красный. На червя не хочет. Пока одеваю заглотил, хорошо одеваю по 5-6 опарышей, начал понемножку проклевываться. Сейчас пока отключусь, снимал подлещиков, хорошо заглотнули, ну и покажем вам, что у нас в садке. Ну вот, друзья, разобрались с подлещиками, закинули фидеры и сейчас покажем, что словили. Сегодня особо клёва нету, ну, такие вот 5 подлещичков, один вообще маленький, ну 4 средненьких, там по 200, по 250. Ну, посмотрим, попробуем, может еще что-нибудь хорошее клюнет.
кальян словил. Еще одного подлещичка. И за это время мы словили еще парочку неплохих подлещиков. Сейчас Поля достанет и продемонстрирует наш улов. Особо клёва нету. Ну, так небольшие подлещики все-таки поклевывают. Вот. Рыбка все-таки прибавляется. В конце рыбалки взвесим, посмотрим, сколько мы рыбы словили сегодня. Андрюха скучает. Вот. Фидеров у нас целая куча, но рыбы не сильно много. Погода меняется. Вчера вечером была гроза. Сегодня ветерок уже два раза поменялся. Поменял направление. Вот. За счет этого особо нет клёва, но пустые мы уже не остались, уже приятно, есть что покоптить, пожарить. Ну, продолжаем дальше ловить. Плывет какое-то земноводное, блин. Сейчас посмотрим, что за оно. Ага, ужик. Маленький ужик. Плывет, наверное, поискать у нас рыбу. Любят эти ползущие гады заползать в садки. Плывет себе дальше. Мужики скучают. На улице становится жарко. Поклевок все меньше и меньше. Хотя не сказать, что их было и до этого сильно много. Ну вот, ребята, рыбалка подошла к концу, клевать перестала полностью, столько словили. Сейчас Коля высыпет, посчитаем, взвесим. Пока он будет высыпать, покажу. Ловил на прикормку вабик, лещ и разводил данную прикормку меласой. Класса с ароматом карамели. Видите, пустые мы не остались. Что-то словили. Сколько получается подлещиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 подлещиков. Сейчас, Коля, возьми, сложи все в пакет. Сейчас взвесим, посмотрим общий вес данной рыбы. Один лещ хороший сорвался прямо в берегу у Коли. Жалко, самая первая рыба была. И сорвалась. Ну, ничего. В следующий раз обязательно мы ее словим. Как бы этого вполне достаточно. Много рыбы нам не надо. Мы не голодные. Поэтому покоптить или пожарить нам вполне хватит. Здесь
сегодня наш улов составил 2 килограмма 970 грамм. Я считаю, это вполне нормально для любительской рыбалки, для любительских снастей, для любительских фидеров. Я считаю, рыбалка у нас сегодня состоялась. Друзья, буду прощаться. Всех благ вам и вашим близким.